в сети. Искала среди систем, людей и городов этих модулей, свою семью. Исполнительные продюсеры Кристофер Бру и Стивен Денюр. А также Марк Релстон и Гленн Гриффитс. Мое назначение – командующий дот-системы, которая когда-то была мейнфреймом. Повторная загрузка. Мегафрейм. Автор сценария Кэтрин Лоренс. Знаки и коды. Нет. Но. Дот. Don't worry. Не волнуйся. Она Матрикс. Ты ведь выжил? Я уверен, она тоже. Все секторы разрушены. Мегабайт заплатит за это. Если он еще здесь. Вроде бы тихо. Нужно осмотреться. Я останусь на корабле. Нужно залатать кое-какие дыры. А мы пошли. Осторожно, ребят. Не понимаю. Мы заперли вирусы в огненной стене. Похоже, они взорвали ее изнутри. Наверное, Хекс высвободилась и сильно разозлилась. Ошейника, брат. Теперь я отомщу за все. Хекс вырвалась из огненной стены. Перегрузится. Мегабайт нанес ответный удар. Следы вирусных ожогов. И вот, смотри. Хекс привела подкрепление. Нули. И немало. Засекла, это плохо. Мы выиграли.
Но вопрос в том, кто победил. Думаю, ответ нужно искать там. Он выглядит немного иначе, но я уверен, что это Боб. Значит, страж выжил в паутине. Его возвращение означает лишь одно. Мегафрейм снова в сети. Доктор. Я слушаю, Мегабайт. Доктор, я слишком задержался в этом мертвом городе. Пора покинуть его. Безмозглые бунтари. Неужели они не понимают? Давай больше так не будем. Не могу поверить. Мегабайт в центральной системе. Нашел замену для своей башни. Доктор, мне нужна замена для моей башни. Это подойдет. Yes, that will do nicely. Огонь по моей команде. Замечательно. Я понял вас, повелитель. Неужели бывает хуже? Летите вверх! Не с места! Как это? Если они полетят вверх, как же тогда не с места? Да. Доктор, как успехи с подготовкой путешествия? А в центральной системе есть все необходимое для подготовки разрыва. Но от него не будет толку, если не преобразовать его в портал. Нормально. Вполне. Обсудим это с головой.
Вы такой умный! Успокойся, Матикс. Они не такие уж плохие. Слэш, дружище, да как? Он ведь похож на Боба. На Боба? Да, похож. Боб! О, Боб! Боб, мы так скучали. Да, не то слово. Красивая у тебя прическа. Да, очень идёшь. Эй, успокойтесь. Боб, а кто этот зеленый верзила? Это Энзо. Энзо, хорошо, что на нашей стороне. Точно. Энзо! Батюшки. Вот она обрадуется. Да. Будет плакать от счастья. Летим скорее к Дот. Дот? Да, мы о ней очень хорошо заботились. Очень хорошо. Очень-очень хорошо. Как и ребеночки. Точно. Что интересно у него с глазом? Не знаю, но смотреть страшно. Тебе страшно? Нет. Доклад о защите. И как можно быстрее. Да, сэр. То есть, мэм. Дот! Дот! Привет. У нас сюрприз. Да, очень большой сюрприз. Огромный. Привет, сестра. Энзо? Энзо! Энзо! Я думала, тебя обнулили. Думала, что ты погиб. Я ожидал слова. Обещал вернуть Боба. Боб здесь. Я тоже рад тебя видеть, мышь. Дот! Боб! Ты вернулся. Андрей, она с вами? А Фриски в порядке? Они оба в норме. Помогают пиратам на дерзкой кобылке. Пираты? Отлично! Ты привел кавалерию, милый. Теперь твой план осуществим. А где Фонг? Сэр, внутренняя защита включается. Мы больше не можем их удерживать. Должны. Войска вируса вошли в центральную систему. Нужно эвакуироваться. Мы не можем сдать центральную систему. Мегабайт выиграл эту битву, дитя мое. Но ты должна выжить, чтобы он не выиграл войну. Дать сигнал об эвакуации. 9713.
Фанг? Фанг? Иди, дитя мое. Я задержу их. Хак, Слэш. Да, сэр Фонг. Отныне вы должны приглядываться, Дот. Но, Фонг, никаких пререканий. Я перепрограммировал вас именно для этой цели. Идите. Тебе пора. Но... Фонг! Пошли. И мы не знаем, что с ним случилось. Кажется, я предполагаю. Фонг, как настроение сегодня? Начинай свои издевательства, вирус. Что ж, у тебя есть необходимая мне информация. Ты ничего не добьешься, Мегабайт. Превосходно. Приготовьте экстракционный аппарат. Я хотел бы хорошего, но мои ученые так любят свою работу. Включайте аппарат! Ну же, Фонг, облегчи свои страдания. Я буду бороться до последнего, вирус. Борись сколько хочешь, старый глупец. Ты просто оттягиваешь неотвратимое. И чем ты занимаешься? Мышь, я просто... Где наша бесстрашная предводительница? Что произошло между тобой и Бобом? Если ты злишься из-за моего небольшого поцелуя? Нет. Дело не в этом. Тогда в чем дело? Я не могу смотреть ему в глаза. После того, что я сделала. Я сдалась. Решила, что он не вернется. Потеряла веру в него. Дот, милая, мы все потеряли веру. Теперь все иначе, кроме одного. Ты любишь этого модуля, а он любит тебя. Иди к нему. Ты права, Маш. Спасибо. Первая фаза завершена, Мегабайт. Скоро мы получим необходимый разрыв.
Превосходно. Гейн, у меня плохое предчувствие. Мегабайт. Он снова в сети. Он пытается сбежать. Фонг жив. Только через него Мегабайт мог получить коды доступа. У нас мало времени. Боб? Эксадесимал. Мне было так скучно. С тобой будет гораздо веселее.